А теперь о происшествиях. Нарушение правил дорожного движения привело к раскрытию более тяжкого преступления. 21 февраля около 13 часов дня наряд Славянской роты ДПС остановил водителя «Красной Нивы» за нарушение правил ПДД. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Однако составлением только административного протокола дело не закончилось. При проверке документов водитель подозрительно себя вел и сильно нервничал. Как оказалось, не зря. В автомобиле у него был обнаружен пакет с веществом, похожим на наркотики растительного происхождения. Товарищи понятые, в вашем присутствии обнаружено вещество, находящееся в бумажном конверте, будем так говорить, помещен серый пакет с надписью «Мерседес» и изображением автомобиля. После чего в вашем же присутствии это все помещается в белый, прозрачный, обычный 20-копеечный пакет. Вес находки 100 грамм, что считается особо крупным размером. В присутствии понятых вещество изъяли и отправили на экспертизу. Если будет установлено, что в машине действительно были найдены наркотики и вина мужчины доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы до 3 лет.